Приветствую вас, Светлана. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Вот, стараемся найти на него ответ, потому что, очевидно, вас это волнует, ну, видимо, достаточно сильно, раз вы задаете такой вопрос. А в чем заключается суть? Суть заключается в том, что вы почему-то считаете, что можете вмешиваться в жизнь своего сына. Вот. Вы считаете, что можете вмешиваться в жизнь своего сына и в его взаимоотношения с, ну, с его друзьями, да, вот с его одноклассниками. Вот. Почему-то вы считаете, что можете это делать. Я не думаю, что таким образом ваш сын сможет научиться выстраивать отношения. Я не думаю, что таким образом ваш сын сможет научиться ну, получать опыт. Вот, я не думаю, что благодаря такому отношению ваш сын сможет в дальнейшем избегать вот подобных историй, подобных конфликтов, подобных неприятных моментов. Вот. А другое дело, конечно, если он вас спросит сам. В этом случае, конечно, вы можете сказать ему правду, как вы думаете, свое мнение. Вот. Я думаю, что это абсолютная норма сказать, вот, если вы считаете, что что его друг, если вы считаете, что его друг там вот ведет себя каким-то таким образом, то вы можете об этом сказать. Я не думаю, что вы должны это открывать. Но пока вас сын не спрашивает, я думаю, что имеет большое значение, чтобы он сам шел по вот, ну, по тому пути, который он выбрал, вероятно, сам для себя. Вот. Очень важно, мне кажется, чтобы он шел сам по этому пути, и очень важно, чтобы никто не прерывал его, не вмешивался в этот процесс. Вот. А вот такой момент достаточно важен, как мне кажется. Вот. Другой вопрос. Почему вас это тревожит? Каким образом вас это тревожит? Опасаетесь ли вы за сына? Сомневаетесь ли вы в нем? В его способности, там, не знаю, решить этот конфликт. Вот. Мне кажется, что это очень важно. Важно, чтобы вы
постарались ответить себе на этот вопрос. Ну, потому что от этого зависит, по сути, как будут складываться его взаимодействия. Ну, дальнейшее взаимодействие с, может быть, даже его друзьями. Вот. Или тем, кого он считал друзьями. Вот. Но если вы будете вмешиваться, то я боюсь, что так ваш сын никогда опыт не приобретет. Вот. А вы, наверное, хотели бы, чтобы он приобрел этот самый опыт. И вы хотите ему помочь, чтобы он этот опыт приобрел. Вот. Возможно, это желание, оно как-то вот из любви больше от вас. Но так выходит, что вот этой вот любовью, да, вы только вредите своей, ну вот, своей любовью в данном случае, только вредите, потому что сын привыкнет полагаться только на вас в этом случае и будет думать, что сам он не способен справиться с ситуацией. Вот, сам он не способен что-то понять и так далее. Вот. Поэтому здесь больше именно вот такого аспекта. Здесь больше именно таких моментов я бы хотел, чтобы вы отделили по возможности, чтобы вы отделили свою тревогу, которая есть у вас, от того, что реально происходит с вашим сыном. Да? Чтобы вы увидели разницу этих двух аспектов, чтобы вы увидели разницу этих двух моментов. Вот. Чтобы вы зафиксировали это. И еще один момент, довольно интересный, как мне кажется, связан с тем, что вы говорите «мы». Вы говорите «мы», мы с мужем понимаем, кто мы. Может быть, понятно, что речь идет про родителей. То есть мы это родители. Но по факту ответственность здесь, на мой взгляд, как бы
раз пилятс. То есть ее фактически как бы нет ответственности. Есть как бы вот мы. Есть мы, да, вот просто мы. И все. Тонкость в том, что когда есть мы, нет меня, нет я. И это очень распыляет. Я бы так сказал. Очень это распыляет границы. То есть вот есть словно вы есть ваш сын, есть муж ваш. И когда вы говорите мы, то как бы вот все это уходит, у этого нет, как будто бы остается только вот по факту там сын, которого надо защищать, например. Ну, таким образом, мне кажется, никого вы не защитите. Вот. Таким образом, мне кажется, вы сделаете только хуже, поэтому повторюсь еще раз, на мой взгляд, то, что вот нужно вам бы сделать, это поработать с собственной тревожностью. Чтобы она вам не мешала. Чтобы, ну, грубо говоря, иметь возможность общаться со своим сыном, да, не через тревогу, а через ну, более такие открытые эмоции, более открытые чувства, вот, через большую открытость, короче говоря. Вот то, что я, пожалуй, хотел бы вам сказать. Вы можете быть не согласны. Безусловно. Сказать, что я не брат, но в таком случае вы абсолютно вправе так думать, но тогда возникает вопрос ответственности. То есть вам себе в таком случае нужно ответить на вопрос о том, осознаю ли я последствия своих действий. Вот. В таком случае. То есть в случае, если вот продолжу вести себя, ну, если мы с мужем
продолжим вести себя так, как ведем. Вот, пожалуй, то, что хотелось мне сказать вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен вам обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Всего самого доброго.